Вся слава Шри Кришна Санкиртане. Srimad Bhagavatam says those who take part in Sankirtan, they have the purified intelligence. В Шримад Бхагаватам говорится, что тот, кто совершает Харинама Санкиртану, тот очищает свой разум. The Sankirtan movement is for people who have purified their brain by hearing about Krishna, they have taken up the activity to chant. Поэтому Харинама Санкиртана помогает людям очистить свое сознание, когда они слышат воспевание святых имен или повторяют. So we are giving the holy name. This is our charity. Мы даем святые имена людям, это наша благотворительность. We want to give the holy name for all the people in this city here. We want them all to be blessed with the spiritual sound vibration. Мы выходим на улицы города с тем, чтобы дать святое имя каждому и поделиться этой духовной и звуковой вибрацией. This is the highest charity. Это высшая форма благотворительности. So we are praying that we can be successful, that people would be free, that people will accept the holy name. Поэтому мы молимся, чтобы наша попытка была успешной, и люди смогли принять святое имя. Мы даем и просто надеемся и хотим, чтобы они просто приняли. Просто святое имя вошло в их уши. И мы очень надеемся, что из ушей оно даже достигло сердца. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna.